So you lost most of your unit in the valley against the Russians. Who survived? Montez and myself, Cole, some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends! Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Подтверждаю, зажигание включено. Операция в действии. Давай, сука. Определяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса будет спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагаемся на сенсор высоты. Пускаемся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу.
Смотри, не заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Не подумай, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Надо быть тщательно на нашей стороне. До этого никогда не было. The Americans are coming. They're near Gilead Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритих. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемодан. Блядь. Стой, так он на расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Бля! Вон, белый гист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Дверь прави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вон там построили окно. Дима, давай туда, открой ворота. Момент неожиданности пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сэр, enemy forces confirmed on the ground. Are they American? We don't know. We'll know shortly. На земле, у дома. Я вижу. Дима, там, грубо по дороге. Попытайся зайти с фланга.
где начал готовить мертвых. Я заценил его охрану. Крыша, крыша! Вилла на другой стороне. Подожди, пускай они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечим наблюдение. Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади на фасад. Что, глухой? Давай, красавец.